42 вагона с контрафактной продукцией сдержали на казахстанской границе. Гражданин Российской Федерации организовал устойчивый канал ввоза товаров на территорию нашей страны. Вся продукция завозилась из Китая по поддельным документам. Таможенная стоимость была существенно занижена. Общая цена нелегальной партии составила 1 миллиард тенге. Ущерб, нанесенный государству, 318 миллионов. К причастности к контрабанде также подозревают двух граждан Казахстана и еще одного россиянина. По данным фактам, в отношении данного гражданина возбуждены три уголовных дела по статье 209, части 2, пункт А, Г, Д Уголовный кодекс Республики Казахстан по факту экономической контрабанды, то есть совершенной неоднократно, в особо крупном размере и группы лиц по предварительному сговору. В настоящее время ведется следствие.